Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео мы рассмотрим последнюю информацию, опубликованную на сайте BitClub Network. Итак, 9 сентября на сайте BitClub Network опубликовано следующее сообщение на английском языке. В переводе на русский данное сообщение звучит так. Наша команда усердно работает над восстановлением доступа к веб-серверу, а пока мы хотим сообщить, что происходит в данный момент. К сожалению, мы столкнулись с полной потерей данных из-за отказа нескольких дисков. Мы считаем, что причиной сбоев во время процедуры восстановления была высокая нагрузка на базу данных в сочетании с ухудшением качества RAID-массива. Теперь наша база данных превышает 2,5 терабайта. Из-за чего восстановление данных продлится дольше, чем мы предполагали. На данном этапе мы восстанавливаем данные из сохраненных резервных копий и рассчитываем, что в течение следующих нескольких дней нам удастся закончить восстановление. Когда сайт будет снова работоспособен, вам нужно будет кое-что сделать, чтобы получить доступ к вашему аккаунту. Первое. При первом входе в систему нужно будет поменять пароль. Во время восстановления мы были вынуждены нанять помощников со стороны, поэтому в качестве дополнительной меры безопасности мы просим всех снова защитить свои аккаунты. Имеется в виду защита через Google Аутентификатор. Пожалуйста, удалите старый вариант. Второе. Еще одно требование состоит в том, чтобы все на каждом аккаунте указали новые адреса для снятия средств, чтобы получать платежи по всем токенам. Эти данные были потеряны. Третье. К сожалению, в связи со строгими правилами мы не храним никаких данных по верификации, которые вы предоставляете. После проверки ваших данных они автоматически удаляются. Поэтому каждому нужно будет подать документы для верификации, чтобы иметь возможность выводить средства. Если кто-то уже подавал данные раньше, придется подать еще раз. В связи с этим мы продлеваем крайний срок подачи данных до конца года. Необходимо предоставить документы до 31 декабря, иначе ваша учетная запись будет заморожена или удалена. Таким образом, у вас будет достаточно времени, чтобы пройти верификацию. Четвертое. Мы приостанавливаем возможность регистрироваться и приобретать майнинговые доли до тех пор, пока сайт не станет работать стабильно, и мы не посчитаем, что пришло время возобновить продажу долей. Когда вы войдете внутрь своего бэк-офиса и восстановите свой аккаунт, мы сообщим вам последнюю информацию о нашем пуле по майнингу биткоина. Вы, возможно, заметили, что наши мощности не отображаются в основном пуле уже около 2 недель. Не волнуйтесь, майнинг продолжается, просто мощности перенаправляются в наш резервный фонд, в то время как мы делаем некоторые необходимые обновления. Полная информация будет размещена в личном кабинете, а также мы предоставим прогноз по майнингу на следующую 1000 дней. Вот такие новости на данный момент. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.